Всем привет, с вами я, Компот. Сегодня я буду работать пожарным на вот этом вот КамАЗе. Собственно, мы сейчас едем на дежурство. Собственно, включаем машину. Собственно, мы сейчас поедем на дежурство. Все, поехали. Едем на дежурство. Кстати, ребята, нам осталось 29 подписчиков. Давайте добьем 1000 подписчиков. И для меня это будет подарок на Новый год. Поэтому, пожалуйста, давайте добьем уже 1000 подписчиков. Ну, ребята, мы что, не можем этого сделать? Мы можем это сделать. Куда ты несешься? Просто куда он летит? Сейчас мы. Ой-ой! Резко завернул. Сейчас я. То есть будем дежурство. У нас будет дежурство, собственно. Мы едем. Все, поехали. Так, ну вот сюда поворачиваю. Извините, просто у меня машина большая, я не могу там на повороте, он слишком резкий. Я не хочу застревать и потом вызывать подкрепление. Да, что только не бывает. Ладно. Скоро смена закончится. Поехали. За что нам тогда зарплату будут давать? Походу, смена уже закончилась. Все, ночная смена окончена. Смена все закончилась. Ну, я так и знал. Ладно, поехали мы назад, потому что у нас уже день, у нас была ночная смена, и мы уже едем, собственно, Это у нас, собственно, была ночная смена. Поэтому сейчас я еду... Так, наверное, я разворачиваюсь, что-то там пожарки едут, ну ладно. Я еду уже назад. Сейчас я поворачиваю. Все, сейчас я заворачиваю. Ну все, ребята. Конечно, жаль, что не было вызовов, но, собственно, что у нас было. Мы дежурили, и вот так вот, ну, мы подежурили, и у нас была такая ночная смена. Поэтому, если вам понравилось, как мы сегодня были на ночной смене, то поставьте лайк, подписки, потому что давайте добьем уже наконец-то, мы добьем 1000 подписчиков. Это будет подарок на Новый год. Ладно, всем удачи, всем пока.